Так, нажимаем продолжить. О! А тут же были заслонки. О, добрый день. Давно не виделись. Блин, так и знал. Ты что, обнаглел? Какая убойная вещь. Голову с плеч. Так. Теперь никакие мутанты не страшны нам с таким оружием. Ну, естественно, если они будут нападать по одному. Потому что это будет более честно. Так. Я думал, может быть, гитарой будет долбить их. Но не тут-то было. Что за скрипящие, скрипучие какие-то звуки? Они меня немного напрягают. Может, где-то привидение играет на скрипке? Что скажете о моей... о моих мыслях? Так. Так, давайте прикроем двери, хотя... Ого, даже так можно. Ну да, если чё, будем убегать таким образом. По-моему, мы пришли в то же место, поэтому... А этот еще жив. Сейчас будет мертв. Все? Уже мухи на него налетели. Так, сейчас мы кое-что проверим. Инвентарь. Здесь мы смотрим. Металлические детали. Их 9 штук. Да. Нажимаем букву R. Теперь, по сути дела, их 8. Давайте использовать пока что самые непрочные предметы. Самые, точнее, кстати говоря, по прочности, что у нас там? Обращение, прочность. Давайте использовать короткий нож. А, я же Alt хотел нажать. Как досадно получилось. Не успел. Давай, ну проткните ему голову. Наконец-то. Все получилось шикарненько. Так, соберем с этого. Хотя можно их, в принципе, и пробежать. Но я уверен, что кто-то там внизу нас уже ждет. Опа. Ё-твою. Обалдеть, зря сюрикен просрал. А, вот он. Почему я не могу его подобрать? Согласитесь, немного тупо сделано, да? Слушайте, а что же мне с этими монстрами делать? Мне кажется, надо к ним подбежать и тут же отходить назад вот таким образом. Сейчас я потренируюсь. Раз, раз. Не получается. Ну ладно, в принципе, да, можно и так. Хорошо, спускаемся ниже. Нам даже еще ниже. Только я забыл, в какую сторону. Ага, вот ничего. Но здесь по-любому и будут эти монстры ночные, поэтому будем использовать. Вау, они же меня сейчас забьют. Они меня забили.
Да, опасно достаточно. Надо было просто-напросто двери за собой закрыть. Ясно, откуда мы начнем? К сожалению, с самого начала. Обалдеть. Благо. Я же нажимаю Alt. Вау, нужно отдохнуть. Отдыхаем. Давай, выходите. Ха. Мне удалось оторвать им головы. Оу, мне это нравится. Хорошо. Так, идем, значит, вниз. Там-то нас никто не должен ждать, правильно? Правда. Кто? Конечно. Конечно. Итак, ультрафиолет включен. Это совсем не круто. Это еще не круче. Что, он взорвался? Нет? Да. По всему он взорвался, да? Или что с ним произошло, я не знаю. Так, ну она короткая, будем долбить этим. Итак, идем дальше. Ребят, честно признаюсь, мне стрёмно. Хорошо. Хотя, честно говоря, ничего хорошего пока что я не вижу. Здесь очень стрёмно. Выскакивает кто-нибудь. Кто это там стоит? А, наша девочка. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. Давай. God, Crane, you're such an old. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with a direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? Лена! Кто там идет? Alright, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Ты обалдел, что ли, вообще? Don't be ridiculous. We'll fight them together. Да, кстати. And risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Блин, а как она пройдет через монстров? Promise me you won't let Rahim near that hive. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. Блин. А, это люди. Ну, хорошо. И то лучше, мне кажется. Слушай, будем использовать вот эту вот хрень против них. Вау, уйдите, пожалуйста. Обалдеть. Вау, вау, вау. Не умею я против них драться. Сюрикены у нас должны быть. Как? Это был бред. Тихо. Давай, давай, давай. Так, инвентарь. Аптечка. Нет, не... Чертежи. Даже еще сделаем. Ой, какую отмычку? Что ты сделал? Чего уничтожить?
Как их звать? Молодчик? Голова с плеч. Хоп-хоп, маневрируем, давай. Парируем. Давай, подходи. Опа, какой ты крутой. Да чтоб тебя. А если так? А так? Не ожидал? Ух ты, гад. Вау. Ну, неплохо. Так, а тот сдох, походу. Так, может быть, подобрать у них молот. Потому что... Вот. 56 урон. Так. Но зато он целый. А тот где? Но зато мы не сдохли, да, друзья? Это тоже круто, я считаю. Так, ножик сразу надо добить. И мне интересно, в какую сторону. Ну, скорее прямо, скорее всего. Так. Хм. Непонятно. Все, теперь все понятно. Но, кстати говоря, непонятно, почему та красная дверь не открылась. Now we need to get the hell out of here before Tahir comes back. Мы уже убрались отсюда. Так, хотелось бы подольше поиграть, но сжимать прикол. Ночь на дворе. Всегда бы так убегали. Пять утра. Ну, здесь можно переждать, в принципе. Right. В принципе, уже утро. Скорее всего, тех стрёмных мутантов, которые орудуют ночью, уже давно нет. По сути дела. Либо есть. Но мы по-прежнему в школе. Да, их нет, потому что все, пришел ультрафиолет, который всех спасет. Травку собираем. На всякий случай. Это мало ли. Так. Подождите, надо ориентироваться по карте. Бред сказал, да? Ориентироваться по карте. Да вон мини-карта наверху. Ёпта моя. Дедуля, ты чё попутал? Или кто это был? Они все какие-то уроды. Гниющие. Ёб твою. Это кто еще был? Неужели это тот ночной монстр? Офигеть. Ну, вот здесь, в принципе, они не должны нас доставать. И вообще, сейчас уже сколько времени стало? Все равно 6.45. А тут время по секундам, что ли, идут? Я не пойму, что это. 6.45, час... 6.47. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 6.50 уже. Ну ладно. Так, ну мне не стрёмно. Так, а там наверху кто-то есть, походу. Мы идем к нему. А, подождите, мы же прокачивали навык типа паркур, мы можем теперь быстро паркурить, да? Или не прокачивали? Ну, посмотрим по навыкам, что у нас. Ловкость. Так. Или нельзя еще использовать?
Это я уже могу делать это, да, или нет? Что-то я просто не замечаю пока никаких особых эффектов. Так, какие-то FPS-ки упали. У нас внизу друг какой-то здесь ждет. Где он? Да не вижу. Походу здесь где-то. Нет? Эй, ты где? Да где он, блин? Внизу вообще где-то. В доме, что ли? Эй, что ты ищешь? Something I can use for a tourniquet. Once her eyes takes over this place, we're going to need plenty of them. That's something they do see. Amputations. Her eyes get a kick out of it. Нет, я не буду дополнительное задание брать. That motherfucker kept me locked in a cage for 3 weeks. Я даже не смотрю, что он читает. Sometimes it was like he was experimenting. See what would do the job best, you know? Machete, axe, shotgun, hell. He took this one guy's leg off at the knee and had to hear time how long it took the poor bastard to breathe out. It's a valid strategy. You kill an enemy, well, that is one down. But you hurt an enemy, then you've got the wounded guy out of the fight. Plus, it'll take at least 2 more people to take care of him. 3. Блин, да ну, какой-то он нудный. Ну, в смысле, болтает. В каком-то смысле. Я думал, мне бабла даст, а он так. Одинокий, который требует, чтобы его выслушали. Завешки, покушаю. Химикаты. И больше никакого здесь... Блин, тут до хрена, по-моему, всего. Тут где-то это все внизу. Так, отмычку я сделал. Трудно, по-моему. Или нет, взлом нормальный вроде написали. И как? Ой-ой-ой, что-то сломал. Все. Ну, смысл в том, что пока отвертка не трясется, типа, она должна не трястись, когда вы... Открывайте. О! Так, конечно, заменяем его. Ой, подождите. А этот... А это 25 урона. И то он сломанный, да? Ну ладно, возьмем, наверное. Или нет? Сейчас мы посмотрим. Инвентарь. 25. Охрену. Давайте это возьмем. Тоже зелененький какой-то. Все, из сундука, наверное, значит. Что-то тут кто-то еще был внизу, наверху. Внизу вот тут что-то есть еще. Да ладно. А как же тогда? А как же открыть-то тогда, ёпта? Может, эликсирчик выпить какой-нибудь? Да ну их тут всех в задницу. Многовато что-то. Можно, кстати говоря, через стекло, наверное. Хотя вряд ли, конечно. Ладно, бежим. К цели нам, по-моему, далековато даже. Да, они уже прибежали. Вот, собственно говоря, башня. Вот тот кран, на котором я прыгал. По которому я прыгал. Вот и пойдем. Отымеем нашу, как там, Джей. Я забыл, какой зовут. Во всех позах. И займемся компанией, ну, в смысле, делами. Так, кто тут? Кто-то звонил, походу, опять. Интересно, куда? В службу поддержки, психологической помощи. Там зомбари одни, наверное, в этих помощях сидят. Во-во-во-во! Что произошло? Бляха ты, как теперь вырубить? Пипец! А, все нормально. Так, а чё тут у нас, кстати? Ладно, погнали. У нас есть неиспользованные очки навыка. Здорово. А, подожди, давайте загоняем. Сгоняем сначала в магазик. К нашему чуваку. Здорово. Так. Продаем сразу ему вот это вот. Продать все. Так, сигареты. Продать все. Улучшение оружия. Джиггернаут. Хм.
Так, купим у него. Не, или что, не надо, наверное, ничего покупать. Пока не надо. Подожди, тут кое-что у меня есть. Так, чертежи. Шокер. Угу. Сварщик. Вот. Так. Сука, что я сделал? Ага. Чертежи доступны, чертежи оружия. Основное оружие. Вот, смотри, то есть раскрошенные кости. Ага. Ну, то есть это как бы огненное оружие, что-то типа того, да? Так, у нас нету ни бейсбольной биты, ни трубы. Хотите превратить тупое оружие в острое? Угу. Слыхали? Так. А это что такое? Тупая травма. Умри, сукин сын, как ножды тупы. Так я не понял. А что при этом? Расплющите врагу артерию. Ну, вообще, мне... А, вот это интересует, наверное. Так, основное оружие. Ключ, тесак. Отлично. Ну, давайте... Сколько тут требуется? Один, видимо. Плюс 5 урона. И на какой возьмем-то? Давайте вот на этот. Молоток каменщика. Даже можем еще, наверное, сделать. Здорово, да? Ну, потом проверим. Бегом. Так, что у тебя тут, братишка? Армейская лопатка, жестянка. Все, зашибись. Спасибо, чувак. Крутой вообще. У него тут столько барахла всякого. Это реально круто. Так, у нас идет загрузка. Джейд called me. She's taking the explosives to Саид. Джейд. She wanted me to talk to Rahim about the vault. Так. Блин, опять. Что-то я все. Так, 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 так. Что-нибудь другое надо придумать. Фишку какую-нибудь. Идем к цели. Походу нам наверх, судя по тому, по индикатору. Открываем. Нам либо на третий этаж, либо на крышу. Скорее всего, на третий этаж. Скорее всего, а точно на третий. Даже на четвертый. Ну, в смысле, я имею в виду... Конечно, не относительно... Выхода, относительно лифта. Крейн! Саид told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid. That was a lucky find. Would have been better to turn up some antis in, though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go, and now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But... Ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Rahim, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sickbay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Плюс 1000 опыта. Oh yeah, детка! У меня такой... Но ты будешь наблюдать все это с вышки. Так. А, в школе обсудить или, бляха-муха, обсудите зелье странного мутанта, в смысле, который был в школе. Но я уверен, что взрывчатка у нас что-то не получится. Наверняка кто-нибудь что-нибудь там... Ну, лажа какая-нибудь будет. Сейчас, секунду. Так, ладно, идем вниз. Узнаем, что за монстр, что за мутант.
Но, по-моему, этот мутант также может находиться на свете под ультрафиолетом. То есть, опасный чувак. А нам не сюда, да? Чё они там? Походу, это самое. Долг пришли возвращать. Точнее. О, нифига тут. Террористы. Блин, я круг обмотал. Не понял, что-то куда нам вниз, что ли, опять? Ну, здорово, что маркеры так вот упрощают задачу нам. Делают подсвечивание маркеров. О, этот чувак, я его помню. Oh, it's Kane. Yes. How can I help you? Глаза косые. Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. Mm-hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Пипец. Сейчас к кладовщику, что ли, надо идти? Хорошо, идем, поговорим. Ну, интересная достаточно такая игра. Я считаю. Блин, на вниз, да, я так понимаю? Oh, yeah. Ну, нам придется, мне кажется, идти ночью в темное место, плюс еще эти твари быстрые, которые только ночью выходят. Ну, в принципе, он ничего интересного не рассказывает, я так понял. Наверное. Гонец. О, здорово. What can I do for you? Doc Zara says you know where I should look for these bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh yeah, yeah. I can point you in the right direction. Here, here, and here. Here. Ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Words to live by, thanks. Ты, блин, кожал, да? Пипец, ну и задание. Поймать в течение ночи. Вы охренели, что ли, ёпта твоя? Блин, а чё карты? А чё это у него вообще за карты, чё-то не пойму. Вот это, что ли, место? How can I assist you? А почему точка не указана? Куда идти? Ну, скорее всего, потому что ночь должна настать. А сейчас у нас... Только 9 утра. Будем готовиться, да? Так.